Ребятки, всем привет, с вами Серега. Выбрался сегодня опять на рыбалочку, на речку. Попробуем сегодня половить. Надеюсь, что-то поймаем. Взял с собой спиннинг фаворит White Bird до 7 грамм. Рост, честно, не помню, сколько в него, но напишу, если не забуду, потому что тут вроде бы немає. Поставил 3 грамма и токсика от Select. Попробуем половить. Шнурочек у меня тут сейчас намотанный 0,2 Intech Micron. Ну, в принципе, неплохий шнурочек, думаю, нормально. Попробуем сегодня погонять окушка, может даже щучка поймается. Так что, ребятки, погнали. Так, все, амуры я нацепил. Попробуем сейчас пробить место, где я ловил окушка. Так. Может, он там до сих пор стоит. Да. Я жду, пока клюнет. Все, ребятки, в общем, поставил я флюр потолще и поставил рачка от М5 такого. Зелененько в таком ярком цвете. Так, в кислотину попробуем. Грузик я поставил 5 грамм, джигрих. Единственное, что 3.0 поставил застежечку от Intech. То что уже закончились у меня те, что были 2.0. Кстати, 2.0 Select, там классные застежечки, ребятки. Но, к сожалению, а хотя, не, по-моему, еще десь у меня на поводках есть, но они, блин, дома лежат. Пару штук. Це риба, ребятки. Дивіться, як спінінг отрабатує. О, хорошенька. Тільки не сайди, я тебе прошу. Іди сюди. Стой. Блін, Руслан, видно, дзвонить не вовремя взагалі. Фух, так, сейчас отвечу, ребятки.
Так, ребятки, есть, наконец-то. Фух, первая щучка. Все-таки не зря я поставил все. Блин, ну спиннинг, конечно, классно отработал, блин. Просик и... Сейчас сделаем пару фоточек. Взяла на рачка и с краешку так. Так. Ну такая щучка маленькая. Щучку выпустим, так что тихо будь. Стоять. Так, душку, наверное, открыть все-таки надо. Вот. Так, ну не начинайте. Блин, уже запутал. Что ты за рыба-то такая? Я ж по-нормальному с тобой тебя выпущу, ты. Выделываешься сразу. Так, стоять. Так, стой ты, куда? Блин. Ну, выделайся. Спиннинг взяла, вымазала. О. Так, ну что, будем отпускать ее. Давай. Опа. Все. Хай зове папу с мамой. А я сейчас еще пару раз тут кину и піду, там Руслан дзвонив, вони десь ідуть уже. В общем, блин, клас. Це, по ідеї, друга, по-моєму. Да, вроді би друга щучка на вайтбертику я поймав. Іменно так целенаправленно більш-менш, щоб... Що до цього мене було, що случайно попадались. Там не крупні були. Оце більш-менш. Конечно, не килограмм, но все же. Так, а ну. Це сейчас не докинув. Блин, я сразу даже не понял, что-то, что случилось. Ну, просик нормально, и то есть... Спиннинг с этим тоже справляется. Вымазала она мне его, конечно, все, но буду дома трошки протерти, чтобы потом в рыбе не был так. Не, ну классно, ребятки. Вайтберт. Такий не дуже жесткий, мягенький. То есть вываживать такую рыбку — это одно удовольствие. Так, ну что, ребятки, такая рыбалочка получилась. Я сегодня поймал одну щучку. Руслан у нас там десь в темноті ходить, він взагалі нічого не поймав. Молодець. На Skyline, на Тарзайці. Да. А я на Вайберт поймав. 502 мл. До 16 грам. Це вже реклама, да? Взагалі, ребятки, ось така рибалочка. Кому понравилось, не забудьте підписатися, поставити лайк, нажати на колокольчик. Всім пока. Купуйте в мене імпульс. Ти скажи всім пока. Ребятки, всім пока. Короче, так, девочки, пишите мне в Инстаграм, мальчики, не надо, до свидания.